Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Оценена в 2 бакса. Написано Blocks. Это очередная партия Лего мини-фигурок. Стоимость их около 8 долларов. Шли они сюда, в Украину. Более 3 недель, где-то около 4 недель добирались они. Вот, наконец-то получил. Вот такой вот набор мини-фигурок. Вот такие вот человечки. Как я уже говорил раньше, заказал я их уже очень много. Уже порядка 30 наборов. Вот таких вот они в пакетиках, без коробок. Это какие-то спецназовцы. Вот такие фигурки. Или не спецназовцы, тут вижу какие-то шляпы ковбойские. Шериф какой-то, наверное. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Повторяю, около 8 долларов стоимость. Добрались около 4 недель. Ссылка будет в описании, кому интересно, заказываю. Все фигурки, которые были заказаны, качественные, ничем не хуже тех, которые продаются у нас. Так что можно смело заказывать. На этом все. Всем спасибо. Пока.